Здравствуйте. Это видеообращение, открытое видеообращение к генерал-майору внутренней службы Министерства чрезвычайных ситуаций Мамонтову Александру Сергеевичу. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Олег Петрович Степанов. Я спасатель, аттестованный спасатель, ныне действующий спасатель. Вот мое удостоверение личности, мой личный номер, вот я так, чтобы фокусировка была. Мой личный номер 0708-006574. Хотя я думаю, что в принципе мне представляться надобности нету вам, Александр Сергеевич, потому что как минимум две чрезвычайные ситуации на двух спас-работах мы с вами работали вот прям непосредственно бок о бок. Это город Междуреченск в мае 2016 года на обрушении жилого здания. И в городе Кемерово тоже в 2016 году на Кузнецком 85А на обрушении нежилого здания рынка Славянского, где непосредственно по вашей команде я обследовал территорию на предмет наличия пострадавших, живых и неживых, для того, чтобы спасатели могли работать спокойно, уверены быть в том, что пострадавших нету. Так вот, Александр Сергеевич, во времена Сергея Шойгу было такое, что любой спасатель международного класса, правда, мог зайти в кабинет, по предварительной записи, конечно, зайти в кабинет к министру чрезвычайных ситуаций, рассказать ему свою проблему какую-то, и, выйдя из кабинета, он был уверен в том, что никакие последствия потом его не настигнут. То есть вопрос будет либо решен, либо не будет решен в силу каких-то обстоятельств. Но последствия для именно спасателя не настанут. К вам в кабинет я прорваться не мог, не могу, потому что вас тщательно оберегают. Поэтому я был вынужден вот прибегнуть к такому способу обращения к вам. Александр Сергеевич, в моих глазах, работая с вами, я уяснил для себя, что вы хороший специалист, отличный руководитель вообще на самом деле. И почему я это говорю? Потому что бок о бок мы с вами находились, и вот в двух этих чрезвычайных ситуациях, в которых мы с вами работали, я видел, что вы могли бы отправить замов своих, да, разгребать эту ситуацию всю, то есть на спас-работах. Но от самого начала до самого конца вы находились именно на пике, скажем так, руководства, на пике прям вот под дождем стояли, всю ночь стояли до самого утра, пока ситуация не была решена. Даже в штаб-то практически не уходили, то есть вы прям находились на месте. Поэтому, собственно говоря, у меня осталось доверие к вам, и я к вам обращаюсь. Вы как не бумажный генерал, который сидит в кабинете, а именно тот человек, который решает проблемы на месте. Ну, я еще раз хочу сказать, что дойти до вас я не смог, поэтому делаю такое видеообращение. До вас, видимо, доходят какие-то неправильные сведения и в искаженном виде, что происходит в кинологической службе города Кемерово. Я хочу сказать вам, что когда я устраивался на работу, то вопрос заработной платы стоял у меня, ну, конечно, был важен, но стоял не на переднем плане. То есть до этого я учился на биологическом факультете Кемеровского госуниверситета, после чего я работал с животными в Российской государственной цирковой компании. То есть моя связь с животными, она шла на протяжении всей моей жизни. И работать с животными, это, ну, как моя жизнь, что ли.
Вот, и об этом я сказал руководителю при собеседовании, то есть заместителю Виктору Александровичу Козлову при собеседовании. Я думал, что мы поняли друг друга. То есть, сам именно момент дрессировки животных и доведения результата до конечной какого-то пиковой точки для меня было очень важно. Я за свой счет. Вам, может быть, говорили, что агентство оплачивало или спонсоры какие-то. Нет, не спонсоры никакие. Я за свой счет выезжал на обучение. Щенков, собак вы сами лично видели, когда были, значит, демонстрация силы средств агентства, да, то есть на построениях вы наблюдали с самого начала, как приобретались щенки. Все мои тренировки с животными вы можете посмотреть на Ютубе, на канале. У меня есть канал «Я и мой хвост», где подписано 34 тысячи человек, и которые обучаются у меня, которые считают, что я делаю все правильно. Вот. В отличие от нашего руководства, которое, видимо, рассказало вам о том, что это не так. Да, и свои выводы, я думаю, что, Александр Сергеевич, вы должны были сделать. Вот смотрите, мы с вами находились именно на таких важных, с точки зрения вообще чрезвычайных ситуаций, где кинологическая служба, ну, если на Междуреченске, на я еще был с молодым щенком, да, вот с молодым щенком, то на Кузнецком 85, вот я не знаю, как вам доложили, но по приезду, вот я же вам докладывал обстановку, да, то есть я первый оказался на месте чрезвычайной ситуации, то есть когда начал организацию этого всего, то есть начал эвакуацию проводить, уже еще ни одного спасателя не было, я позвонил в агентство, это звонок зарегистрированный. Просто я живу там напротив, и поэтому первый оказался там. Начал проводить эвакуацию, когда приехала первая, приехала полиция, я стал их расставлять по местам, по полицию, чтобы, значит, не пускали за периметр никого. И уже как по инструкции, как вот проходили мы на обучение на спасателя, да, я действовал ровно так. Когда приехали именно спасатели от МЧС, да, вот, и городская служба, я уже показал и рассказал, где находится пострадавший. То есть кинологическая служба у вас уже как минимум 4 человек спасла в моем лице. И вот я думаю, что когда вы проводили награждение, у вас не возник вопрос, вы второго кинолога вообще видели или нет? Вот у меня такой вопрос к вам, где-то в работе. Кроме того, что вам докладывали. Я сейчас не хочу говорить, там, хороший человек, нехороший человек. Это не мне делать эти оценки. И, собственно говоря, хороший человек, такой специальности нету. Хотя, судя по поступкам, я считаю, что и человек-то, собственно говоря, нехороший. Вот смотрите, 2 кинолога у нас находятся в отряде. Одного кинолога, то есть я по призванию, да, то есть я шел, я знал, не за зарплату шел работать, а именно до достижения результата. А второй кинолог как бы пришел туда для того, чтобы просто была вакансия. Он пришел туда и думал, что потом перейдет на следующую. Его никуда не пускали. Ну, ладно, ему было объяснено, что он никуда не перейдет, стали мы, значит, с ним заниматься. Ну, я еще раз хочу сказать, ладно, не буду я сейчас опускаться до этого, давайте мы сейчас с вами, Александр Сергеевич, у меня есть конкретные предложения о том, как развивать службу, что с этой службой делать, как нужно тренировать собак, то есть, ну, еще раз хочу сказать, что я не за зарплатой собирался идти к вам, и сейчас это делаю обращение не для того, чтобы вернуть себе заработную плату, а для того, чтобы именно достичь какого-то конечного результата, потому что я только-только натренировался собак. Вот только я это сделал. Вам сейчас докладывают о том, что идет переформатирование, значит, кинологической службы. Александр Сергеевич, вот человек в здравом уме вообще на самом деле, вот переформатирование в таком виде, которое вам сейчас предложили, я вообще не понимаю, как это можно воспринять.
То есть в наличии имеются две собаки. Одна из них подготовленная собака. Вторая собака неподготовленная, потому что, ну, как-то кинолог не захотел заниматься с ним. Нету ни опыта, точнее, опыт есть, знания даже, как бы, которые я ему давал, но они не вкладываются у него в голову. Ну ладно, отступление. Значит, две собаки есть. Одна подготовленная, которой проводник ушел. Ну, я ушел проводник, да. То есть, представляете, стрессовая ситуация там и так далее. И на этих двух собак дают четырех проводников. Причем, то есть, на две собаки четыре проводника. Сегодня приходит Вася, завтра приходит Миша, там после этого приходит Вова, после этого приходит Рома. Собака, в принципе, не может так работать. То есть, четыре человека для собаки – это слишком много. То есть, это всегда должен быть один проводник. Собака привязывается к одному проводнику. Ну, допустим, если дрессировщик натаскает, скажем так. Но опять же, сейчас не осталось кинологической службы и агентства по защите территории населения человека, который сможет это сделать. И те, кого сейчас заставляют, именно заставляют, не просят, а именно требуют под угрозой увольнения, потому что люди не хотят работать с собаками, немножко по другой специальности они устраивались, да, а их заставляют это делать, ну, действительно, так оно и обстоит дело. То есть у них нету ни желания, ничего. А когда у человека нету желания, то из этого ничего хорошего не получается. Как минимум должны работать люди, которые любят животных и добиваются какого-то определенного результата. Александр Сергеевич, мне не надо далеко ходить, понимаете? Это вот можно губернатору нашему Кемеровской области рассказать, что по бумагам все хорошо. У вас есть реальная возможность просто приехать и попросить, чтобы, ну, как бы, вы были уверены в моих словах, просто уделите там час времени, проедьте в агентство по защите населения и попросите кинолога, который будет заниматься тренировочными мероприятиями, чтобы он вышел со своей личной собакой и продемонстрировал вам какие-то, я уж не говорю там о поисковых там каких-то работах, но хотя бы элементарную послушку, чтобы сидеть, лежать у него собака могла, на разных темпах пройти рядышком с ним, взяла барьер и так далее. То есть такую проверку, я думаю, лично вы сможете провести. Для вас это не составит труда и сделать какие-то определенные выводы. Что я еще хочу сказать? Помимо этого всего прочего, Александр Сергеевич, я знаю, что вы мужественный человек, и в принципе, вот, может быть, это вызов для вас является, то, что я сейчас вот таким образом с вами общаюсь. Я внизу оставлю свой номер телефона контактный. Если у вас есть желание, давайте мы с вами пообщаемся не через камеру, не через каких-то посредников, не через людей, которые вам докладывают со стороны, а я непосредственно к вам приду и расскажу свои соображения по поводу развития кинологической службы. И того, как это можно сделать. Потому что я знаю, у нас есть 3-4 специалиста в области в нашей, которые готовы работать, которые знают свою специальность, которые знают и могут работать по этой специальности. И они любят ее. И я что еще хочу сказать, что, Александр Сергеевич, если вы найдете все-таки хорошего кинолога какого-то, то это будет человек, я имею в виду хорошего именно кинолога, то это будет человек, который будет влюблен в свою профессию и будет влюблен в животных, скажем так, и будет заботиться о них, как о своих детях. И то, что происходит в отряде, он тоже так же, как и я, не будет терпеть. Вы же знаете прекрасно, что это не первая конфликтная ситуация с кинологами. То есть это идет не от меня лично, да, это я вот вынес на уровень такой, что сейчас все об этом как бы говорят, и даже телеканал Life уже снял сюжет по этому поводу, если вы не знаете. Вот, то подобные ситуации были. Просто вы мне как лично в том году, да, на номинации «Чрезвычайный блогер» как бы вручали вот эту почетную грамоту. Вот, и у меня есть возможность, медиаплощадка, на которой я могу говорить и делать обращения, которые, собственно говоря, увидят люди. В общем, кстати, на вручение премии и на вручение, скажем так, призов вы подарили нам, мне вот подарили, да, огнетушитель.
Я вам скажу, что был поджог моей квартиры как раз в разгар вот этой конфликтной ситуации, которая проходила в агентстве, поэтому как бы мое видеообращение к зрителям по поводу угроз, оно, я не знаю, связано оно или не связано, скажем так, то есть поджог квартиры, но именно ваш огнетушитель, который вы мне вручили, спас всю лестничную клетку именно от пожара. То есть вы вручили его мне в руки, я еще тогда не подумал о том, что, собственно говоря, для чего нужен этот огнетушитель. Но вот я надеюсь на то, что как вы вручили вот этот вот огнетушитель мне в руки, который спас мою и соседние квартиры от полного выгорания, скажем так, так и надеюсь на вас, на то, что вы спасете точно так же кинологическую службу. Александр Сергеевич, я надеюсь на то, что мы пообщаемся с вами впрямую. Мой контактный номер телефона вы можете найти к описанию к этому ролику. Поэтому давайте сделаем кинологическую службу Кузбасса, чтобы она просто, ну реально, чтобы кузбассовцы могли надеяться на то, что в случае какой-то опасности, чрезвычайной ситуации, к ним всегда на помощь смогут прийти кинолог с собакой. У меня есть варианты развития, скажем так, работы с волонтерами. И я начал проводить уже такую подобную работу. То есть, ну, мне везде вставляли палки в колеса. Вот просто вставляли. Вот люди, которые приходили к вам, волонтеры сельхозинститута, да, это вот мы с ними работали. Не давали проводить предупреждающие мероприятия. То есть у нас на нашивках, да, вот написано о том, что спасение и предупреждение. Так вот, одна из форм предупреждения – это уроки безопасности. Да? Эти уроки безопасности были востребованы и проводились они. И потом мне запретили проводить эти уроки безопасности. А на этих уроках безопасности, помимо того, что мы рассказываем подрастающему поколению с студентом-волонтером о том, как работают собаки, помимо этого, и там еще проводятся тренировочные мероприятия с животными. И животные знают и социализируются в той среде и с теми людьми, которых их потом придется искать. Поэтому такие вещи, как тренировки, уроки безопасности, я думаю, нужно проводить. Есть опыт и планы проведения таких уроков безопасности. Он есть. И я думаю, что просто так вот выбросить это все дело в корзину, я думаю, что не стоит. Я надеюсь на то, что мы с вами пообщаемся с вами. Всего хорошего. Спасибо.